Привет, стримаширы, революционеры, либертарианцы, обзор еды. Эти яблоки 40 рублей. Но, по-моему, это сорт какой-то хороший, похоже на галу. Какие-то гала яблоки продаются. Ну, 40, потому что они мятые. Немного. Ну и не сильно, вижу, что не сильно мятые. Мандарины. Где тут на них надпись? Вот. Марокканские. 55 рублей. Это в Перекрестке 100 рублей они стоят, если не дороже. Яблоки такие, то же самое, 100 там, 120. Это 40 рублей. Я даже не пробовал, что на яблоко на вкус выглядит нормально. Похоже, да, похоже, сладкое яблоко. Похоже, может, на галу какой-то. И вот два таких красных яблока. Мне кажется, они сладкие. Красные яблоки всегда сладкие. Не знаю, что за сорт, но выглядит симпатично. Вообще без дефектов такие красные. Вот. 45 рублей. Мне кажется, такие в магазине продают за 150 рублей. Такие ярко-красные. Какой-то сорт, я не знаю, что за сорт точно. Так, ну и все. Мандарины были абхазские зеленые 40 рублей. Но я их снимал уже, по-моему, несколько раз. Но они уже подзакончились. Зачем-то они везут зеленые мандарины. Там один кислый, другой сладкий. Так. Так себе мандарины. Они причем даже и пожелтеть не успевают. Начинают там протухать. Так. Ну, что весь обзор. Что, ну, виноград какой-то был 60 рублей, и я не стал покупать. Хотя, по идее, типа, это дешево для зимы. Но настроения что-то не было покупать. Так, на этом все. Пока, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления и... Что это он? Гнить, что ли, собрался? И вы тогда посмотрите новые образовательные ролики. Потому что по ТВ нечего смотреть. По ТВ дурят. Здесь знания все, в интернет только. Пока, стримаши, либертарианцы.